родители и друзья. Мы рады приветствовать вас сегодня на нашем празднике, на самом долгожданном, самом замечательном празднике для школьников всех поколений, на выпускном вечере, который мы начинаем с поздравления наших маленьких музыкантов. Семиклассники умеют гаммы в терцию играть. Мы же только научились их по знакам различать. Инвенции по силам трехголосные и двух. Ну а нам пока бирюльки, да и то со счетом слух. Мы только начали учиться, но уже узнали, сколько надо нам трудиться, чтобы сдавать экзамены. Надо выучить все ноты, научиться хором петь. Трудно будет в эти годы нам в двух школах все успеть. Музыку классическую вы не забывайте. Радость окружающим почаще доставляйте. Побольше играйте и пойте, творите. По жизни вы с музыкой, с песней идите. На сцене ребята из младшего хора «Серебряный голос».